Ямал выполнил почти все поручения президента. Об этом губернатор Дмитрий Кобылкин сообщил на совещании, которое прошло в Сургуте. По словам главы региона, из 35 поручений Владимира Путина округ исполнил 30. Оставшиеся просто имеют длительный срок исполнения. Дмитрий Кобылкин, в частности, рассказал о том, что работа по подготовке и утверждению органами местного самоуправления правил землепользования и застройки в границах поселений выполнена в полном объеме. А работу по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на Ямале начали еще в прошлом году.